6 лет тюрьмы за кражу 29 с лишним миллионов бюджетных рублей. Именно такое наказание сегодня попросил прокурор для экс-министра края Дениса Пашкова. Напомню, его обвиняют в хищении госсубсидий в 2010 году, выделенных для поддержки завода «Сибтишмаш». Кстати, 6 лет – это минимальный срок, предусмотренный за статью, по которой обвиняют бывшего чиновника. Дать такой срок Пашкову обвинитель предложил, исходя из того, что тот на работе характеризовался положительно, имеет малолетнего ребенка, испытывает некие трудности со здоровьем. При этом прокурор заметил, что штраф за нанесенный Пашковым ущерб краю должен быть максимальный, ведь материальное положение у его семьи благополучное. Вот краткий список движимого и недвижимого имущества семьи Пашковых. Квартира, жилой дом, гараж, 6 автомобилей, счет в банке. Так вот, штраф, который запросила прокуратура для обвиняемого в хищении 29 миллионов рублей чиновника – 900 тысяч рублей. Следующее заседание суда, на котором будет говорить уже защита Дениса Пашкова, состоится в начале мая.